В этом году мы проводим второй сезон медиапроекта SmartWell. В прошлом году это была идея, связанная исключительно с формированием культуры коммуникации в социальных медиа. А в этом году мы расширили концепцию, сделали проект более практикоориентированным, предложили ребятам и огромное количество полезной, познавательной информации о медиа, предложили ребятам необычные головоломки, ребусы, загадки, которые они разгадывали, получали большое количество новых знаний. И плюс к этому мы предложили им попробовать себя в роли журналистов. Мы и кроссворд решали, и ребусы разгадывали. Создавали собственные проекты, это и зарисовка зимнего города, и интервью на тему «Когда наш город улыбается». Проект — это настолько новое открытие для меня до этого, ничего подобного я раньше не видела.